Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировали строительство Национального космического центра в Филях. На территории ГК НПЦ имени Хруничева будет сформирован современный научно-производственный и образовательный кластер. Дмитрий Игоревич, спасибо за предложение создания такого проекта. Он важный и для города, и для страны, ну и космос важен для всего мира. Это мирового уровня проект, конечно. Спасибо, Сергей Семенович, вам, правительству Москвы, за поддержку, за, в общем, такую работу. Мы видим реальные результаты уже построенного на высокой степени готовности Национального космического центра. Если вы обратите внимание, коллеги, вот как раз за НКЦ находится уже монтажно-испытательный корпус центра Хруничева. То есть завод, он продолжает развиваться. Сейчас идет обновление его основных фондов. На него мы ставим... Значит, возлагаем определенные, значит, надежды, задачи, связанные с созданием семейства ракет «Ангара», в частности, водородной тематики. Поэтому специфика этого Национального космического центра в том, что здесь будут работать 20 тысяч инженеров самых разных подразделений ракетокосмической промышленности, находящихся в Москве. Из них 8 тысяч человек – это... сотрудники консультантского бюро «Салют» центра Хруничева. И рядом же с ними находится само предприятие, завод, где, собственно говоря, те инженерные решения, которые будут в этих стенах рождаться, будут апробированы уже конкретной практикой. Кроме того, мы исходим из того, что именно здесь, в этом здании, будут находиться базовые кафедры ведущих наших вузов, доноров. Московского авиационного института, МФТИ, Баумана, Физтеха, МГУ и многих других. Поэтому, по сути дела, это такой производственно-образовательный центр, который, ну, на самом деле закладывает основу для формирования новых поколений инженеров и конструкторов ракетокосмической промышленности. Будет развернут крупнейший технологический, научно-технологический парк с образовательными функциями, функциями R&D, опытного производства и так далее. И на небольшой части совсем будут построены объекты реновации, в том числе для бывших и настоящих работников Роскосмоса, которые НПЦ Хруничева, которые проживают в них. В целом это крупнейший инвестиционный проект такого рода в одной из передовых отраслей России. Я думаю, что он во многом даст толчок для дальнейшего развития ракетно-космической отрасли страны. Совместный проект Роскосмоса и города Москвы реализуется согласно поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Комплекс будет состоять из нескольких блоков клавиш, примыкающих к общей оси. Доминантой здания станет высотная башня со шпилем. На площади порядка 250 тысяч квадратных метров смогут разместиться около 20 тысяч сотрудников конструкторских бюро и организаций Роскосмоса.